Ну вот так вот. Сегодня мы будем готовить блюдо из рапанов своими руками. У нас повар и кок Максим. Нам понадобится ведро рапанов, один дебил с удочкой, нам понадобится еще краб, который съебывается из ведра, два штуки. Для начала нам нужно... Нужно у рапанов скальпы отодрать. Скальп отодрать? Да, видишь, у них патлы какие. Угу. Они же это серферы. Серферы, да. Волосатые. Для начала их надо очистить от всякого говна, от песка и еще раз от говна. Дальше что делаем, Макс? Короче, что, блядь, наливаем воды и ставим на печку. Ставим на печку. Все просто. Пойдем. Для чего мы это делаем? Мы дебил с удочкой. С Максом. С Максом. Так, мы поджигаем, да? Или нет? Рабанчиков? Поджигаем. Для чего мы делаем вот это дело? Что нам надо? Воды налить. Чтобы что делать? Чтобы отделить мясо от рапанчиков. От ракушки, да? Людям объясни, что ты делаешь-то. Ну что, ты комментируй. Ну ты же повар. Да, ну короче, да, надо... Что сделать? Надо залить кипяточком. И чтобы они закипели. Для чего? Нет. Для того, чтобы их было легко вытащить. Нет. Из ракушки. Мы должны довести до кипения, наверное, да? И выключить, правильно? Ну, наверное. Все, ждем. 40 минут. А это дебил с удочкой. Денис, это расскажи, ты сегодня пойдешь на рыбалку? Блять, ты что делаешь? Я готовлю свою удочку. Для чего? Ну и люди не понимают, для чего ты закручиваешь изолентой. Автор. Ну это самодельные кольца, чтобы леска не протиралась. Вот я подматываю изоленточкой. О, смотрите, у нас можно сделать кольцо своими руками. Нам понадобится для этого. Ну все, мы еще... Мы сегодня еще посмотрим, как будет Денис рыбачить рыбку. Закинул, говорит, Денис в море невод. И стоит как дурак без невода. Правильно? Вот, еще у Дениса есть такие лампочки. Он их каждый день заряжает на солнце. А ты не заряжаешь? Я тоже заряжаю. И потом он от них заряжает ноутбук. Мы еще даже не видели, как это происходит, но у него всегда работает ноутбук. У меня тоже лампочки вот так заряжаются. Так, ну прошло минут 40. У нас вскипели рапаны. И сейчас Макс будет их разделывать. Так. Берем вилку. Как это делается? И берем вилкой рапана. Вот так. Вот это несъедобно. Ну, естественно. Берем рапана вилкой. Берем рапана. Вот так. А вот мы вытащили вот эту всю гадость. Короче, сейчас все будем вытаскивать, правильно? Правильно. Всю гадость будем вытаскивать. А потом дальше что будем делать? Дальше будем чистить. Вытаскивать из гадости гадость. Какие они уже аппетитные, вонючие выглядят. Здесь, короче, есть крышка. Что можно есть? Вот крышка. Что надо отрезать? Вот белое мясо. А вот это в конце хвостика, вот это вот все несъедобно. Так, давай тогда сначала все разделай, потом уже покажем дальше. А тем временем на кухне. Ну вот, все, мы почистил, Макс тут вот накидал ракушек на гирлянды. Теперь он начинает... Что-то получается полезного продукта. Из этого полезного продукта мы удаляем половину бесполезного.
несъедобного. Что надо удалять? Давай показывай. Так, вот крышка, здесь вот... Крышка. Снимаем ее, выбрасываем. Кидаем всякую такую фишку. Хвостик. Он легко отламывается. Говно, короче, все. Да. Убирается. Это можно тоже снять. Сопли. Чуть-чуть сопли, да, эти. И печень, да? Покажи, где печень у нее. Надо сделать надрез, да? Делаем надрез. И хирургическим путем практически удаляем печень такого цвета определенного. Угу. Вот такой вот зловещий монстр, которого мы будем сегодня. А надо есть. Вот эту черненькую тоже отрезать, Макс. Да. Вот этот язычок их. Нет. Вот эту черненькую, чем она жрет. Это вот некрасивое место. Оно жесткое. Мы убираем. Оставить надо белую ткань. Не обязательно. Вот по некоторым рецептам. Что, ракушки надо, забирай. Не надо, спасибо. Пипец. Меняем на пиво. Пива много, ракушек мало. Пива много? Если пива много, давай делись. Ну, что-то тут печень пропала сама куда-то. Она решила уволиться. Что, решила уволиться? Да, печень уволилась. Печень уволилась. Она увидела сразу, что к ней подвел человек зеняк. Она там на месте в море осталась. Ну вот. Дочистит он все. А Денис сегодня будет рыбачить рыбку. Да. Он будет выживать и покажет, как ловить ставридку без удочки. При помощи 5-литровки? Да. Вот это вот мы все сожрали в том году. Наловили. Вот целое дерево. Увешанное практически ушами бедных индейцев, да, скажем так, практически. Да. Ушами бедных индейцев. Ну что, мы сегодня поймаем акулу? Как думаешь? Я хуй его, да, что там тяжело. Давай катер за яйца. Вон там, блядь. Вот давай. О! Смотри, сколько. Смотри. Что-то водорослей, блядь. Блядь. Смотри. Цеплять. Надо кидать дальше. В воду заходи. Тебя как зовут, пацан? Скажи ютуберам. Ты что здесь делаешь? Катаю. Катаешь? Молодец. Тебя увидят миллионы теперь. Да. Девчонки. Ты катер? Катер. Они не знают, что это такое. Они смотрят YouTube и не понимают, что мы здесь делаем вообще. Скажи, воздушный, здесь змеи с доской. Да, понятно все. Они там разберутся потом. А это Дениска, он поймал чмек. Вкусно? Хуйня. Да? Рано еще? А нет, уже не рано, солнце падает. А это Денис, кому не дали порыбачить. Он обиделся на всех. Денис, давай, короче, куда? Они далеко уехали. Может, и поймают все-таки. Так, отходим от замаха Дениса. Квадрик против Чиминга. Дубль два. Давай, махай, махай! Посмотрим, что получилось у Макса со Смаксом. Короче, вот такие вот тропанчики. Что ты с ним делал? Давай, рассказывай. Ну что, нарезал, жарил на масле, посолил. Угу. А вот это еще штуку приготовил, да? Овощей. Угу. Что будем делать? Тушить. А это да. Что? Ну, это рапаньоли. Макароны будем варить. Здесь? Да. В чайнике?
В чайнике сварим макароны. Важное в рецепте, это самое главное, в чайнике макароны сварить. В чайнике макароны сварить. Он вкусно уже выглядит. Телешоу «Смак со Смаксом». Он нас сегодня угощает рапаньоли. Как вкусно пахнет. Так что, подписчики, слюнки текут. Можете сожрать. А, у нас же еще есть томатная паста. Ну что, давай, снимай картинку. Давай, давай. А томатную пасту будешь добавлять? Нет. Она не очень. Почти все готово. Давай подсвети и покажи, что там у тебя получилось. Что там ты положил? Перчик? Перчик положил. Перчик. Как это вкусно выглядит все. А что мы еще делаем? Мы будем варить макароны, да? И будет у нас рапаньоли по-бугаски. Ну, пахнет вкусно. Ну, давай, пробуй. Как? Охуенно? Да, неописуемо. Неописуемо? Ну там у нас жестковато будет, если его пережарить. Уже жестковато. Надо его выключать, наверное, да. Надо сварить макароны. Воды налить туда, потушить. Давай. Ну вот, что у нас получилось. Да. Это какой-то долбоёб стоит тут у меня. Ну вот, что у нас получилось. Офигенная рапаньоли. А, макароны, рапаньоли. Ну, давай, показывай, Макс, как это надо есть. Как ложкой. Хуяришь? Хуяришь? Вот эту хуйню, в эту хуйню. Угу. Вот это, блядь. Угу. А потом вот эту вот хуйню. С Макс... На хуйню у себя в лице. Со Смаксом. С Макс? С Макс со Смаксом. Блядь, хуй выговоришь. Приятного аппетита. Аппетитика. Давай, выключай камеру, накладывай. Так, что у нас есть еще для всего? Ну, короче, все. Мы будем кушать. А Дениска, короче, тоже хочет попробовать. Не-не. Смотрите, он себе тоже накладывает. Дениска, вкусно? Ты жрал мои пельмени себе? Да, конечно, кушай, кушай. Что-то я тебе ничего не говорю. Ты скажи, как ты вкусно кушаешь телезрителям Ютуба. Надо же силы после говносерфа восстановить. Хватит. Макарончики наложи еще. Чуть-чуть. Давай. Давай. Макарончики. Нам бы, конечно, не мешало вмазать, но нету. Обижаешь. У тебя есть пиво? Ну, я ж это... Вино есть? Конечно, у меня все есть. А? Крепкое. Крепкое? Пиво. Давай крепкое, пиво, наливай. Пиво крепкое, вчерашнее, не допитое. Давай. Я как знал, притаранил я вчера. Все, камеру убираем. Ну, вот так вот мы живем ночью, если это будет видно. Обалденно вообще. Ух, ничего не видно ночью. А стульчик, еще? Вон там стульчик. Дениска идет. Срапа. Срапаньоли. Срань по полю. До свидания. До свидания. И подписывайтесь на мой канал. И у меня нету ночной камеры. Канал. Может быть, кто-нибудь скинется на мне на ночную камеру. Я буду снимать ночью. Я страшное лицо!